Таежная, озерная, степная. Именно так начинается гимн Бурятии. Именно сейчас этот край рядом с нами на нашем интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте расскажем поподробнее о вашей компании. Наша компания маленькая. Наша компания называется «Лесная фабрика». Нам всего 5 лет. Но мы уже произвели более 70 СКЮ и делаем всю продукцию натуральную, экологически чистую. Все, что мы готовим, произрастает на берегах Байкала. Все травы, сосновые шишки, мед, кедровый орех. Все растет на Байкале, все экологически чисто. Это исключительно чистый регион, где нет промышленного производства. Самый солнечный регион, красивый. Спорить мы точно не будем. Я видел кадры, как люди плавают на сапсерфах по Байкалу, просто стаканчик опускают в Байкал, пьют воду и плывут дальше. Это ли не чудо? Чудо. Давайте расскажем немножко о продукции. Вот что у вас в руках? Вся эта продукция, которую мы делаем, это совсем исключительно мало. Все остальное не вместилось ко мне в руки. Например, сагандали. Это трава, которая растет только у нас в регионе, на восточных Саянах. Природный энергетик оздоравливает организм, очищает, придает силы бодрости. Именно о ней поется в нашем знаменитом гимне. Чаговый чай, очень популярный чай, чай оздоравливающий. Это березовый гриб. Мы добавляем в него разные натуральные добавки, это получается самый вкусный чай на свете. И кедровое масло, которое мы делаем на деревянном прессе холодным отжимом. Звучит очень натурально. Давайте расскажем, вас можно найти на стенде на нашей выставке, чтобы познакомиться поподробнее с вашим ассортиментом. Здесь на стенде вы можете подойти 7117, номер нашего стенда, 15 зал. Я провожу здесь дегустацию чая, нашего травяного таежного чая, иван-чая, сагандали. И можете попробовать мед с кедровым орехом, варенье. Все очень вкусно, сразу же попробуйте, можете купить. Ни слова больше, заканчиваем наше интервью. Спасибо большое, пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо.